Всем привет! Сегодня хочу более подробно познакомить вас с курсом «Мастерская голоса» Сергея Вострецова. Также покажу, каким образом у нас проходят онлайн-встречи. И не только онлайн, иногда даже офлайн-встречи происходят. Но это чуть попозже, ближе к концу этого ролика. Сейчас начнем с самого первого, что попадается. Это мой сайт. На сайте можно ознакомиться более подробно, для кого этот курс, для чего этот курс, кому он подойдет, кому не подойдет. Я думаю, подойдет абсолютно всем, потому что этот курс подходит как начинающим дикторам, которые хотят попробовать себя в озвучке, также профессиональным уже ребятам, которые хотят повысить свой курс, людям, которые часто читают лекции для того, чтобы сделать свой голос мощнее, сильнее. Ну, в последнее время очень часто лекции проходят и встречи проходят в онлайн-режиме, и многие люди замечают, что приходится более активно и чаще работать голосом. Для топ-менеджеров, для руководящих постов, которые часто встречаются со своими подчиненными, этот курс подойдет 100%. После него вы поймете, как правильно дышать, как правильно пользоваться своим голосом, как правильно рассчитывать энергию и силу голоса на протяжении всего спича, на протяжении озвучки, на протяжении всего промежутка времени, пока вы работаете с голосом. Конечно же, мы улучшим вашу дикцию, понимание того, как правильно нужно пользоваться вашим голосом и артикуляцией. Также для тех, кто хочет попробовать себя в качестве диктора и актера озвучания, у нас будет очень много практических занятий. В частности, будет работа с закадровой озвучкой. Есть очень много материалов всяких разных. Курс делится на 3 тарифа. Это стандартный, стоит он всего лишь 1200 рублей, и доступ к нему имеется на протяжении 1 месяца. Можно за месяц, а то и быстрее его пройти, если хорошенечко постараться, можно пройти его и за неделю, и даже за выходные дни. Но доступ будет открыт в течение недели. Один минус, что нет обратной связи. То есть самостоятельный курс. Также есть самый популярный, это продвинутый. Он стоит 10 тысяч рублей, но у него доступ на протяжении 3 месяцев. Есть обратная связь, есть домашние задания, есть 3 онлайн-встречи. Что мы делаем на онлайн-встречах? Да, по-разному. Общаемся, прорабатываем сильные и слабые стороны, прокачиваем наш голос, прокачиваем артикуляцию. Вот, кстати, один из моментов, который мы буквально на днях прорабатывали. Это артикуляция через скороговорки и через разные звуксочетания. Посмотрите. Вот, сейчас мы попробуем с тобой, Максим, с тобой сделать следующую историю. Прочитать вот эту страшные звуксочетания, но в виде сказки. Попробуй как раз придерживайся этой интонации, используя непонятные звукосочетания. Готов? Готов. Давай, поехали. Би-би-би-бебрерю. Взви-взве-взва-брерия па-баппа-при-баппа. Кит-кет-кат-котку, где вива-ви-ваву. Взви-взве-взва-беппа-баппу. Баппа в зобеппу, беппа в зобрерю, ткит-кет-кат-котку, где вивеваву? Взви взве взва баппу в нуппу, внупа в зобаппу, баппа в зовзепу, беппа в зобрерю, ткит-кет-кат-котку, где вивеваву? Взви взве взва внуппа жуппу, жупа в зовнуппу, внупа в зобаппу, баппа в зобеппу, беппа в зобрерю, ткит-кет-кат-котку, где вивеваву? Взви взве взва жупа муппу. Муппа взов жупу, жупа взов нуппу, внупа взо баппу, баппа взо бепу, бепа взо брерю. Кит-кет-кат-котку, где вивеваву? Взви взве взва муппу мыппу. Мыппа взо муппу, муппа взо жупу, жупа взо внупу, внупа взо баппу, баппа взо бепу, бепа взо брерю. Кит-кет-кат-котку, ткит-кет-кат-котку, и вева-вева-вову.
У тебя вот как раз на «Вива ваво ву 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 ву» куча всего пролетела. А на второй части, когда появилась у нас жупа, у тебя она получилась почему-то «Взо в жупу». Поэтому я здесь. Класс, ну хорошо, ладно. Едем дальше. Также есть тариф «Эксперт». Он для более подготовленных и для более серьезных людей, хотя могут туда и подключаться ребята, которые с нуля начинают работать над своим голосом. Более углубленно мы занимаемся. Там есть такие понятия, как основы мастерства актера, сценической речи, погружение себя в роль. Там есть также обратная связь, как и в продвинутом, но уроков чуть побольше. Если в продвинутом 26 уроков, то в эксперте уже их 31. Помимо этого, 7 онлайн-встреч, в отличие от продвинутого. У продвинутого 3 онлайн-встречи. Там мы чаще встречаемся, чаще прорабатываем наши сильные и слабые стороны. Но это еще не все. Это уже отдельной графой идет. Я периодически провожу раз в месяц офлайн интенсивы по закадровой озвучке и дубляжу. Мы прорабатываем эти истории в профессиональной студии на Арбате. Есть такая прекрасная студия «Резонант Артс», ребята, с которыми я сотрудничаю. И там мы активно раз в месяц на протяжении 3 часов проводим серьезные интенсивы по закадровой озвучке и дубляжу. Если вам интересно, заходите ко мне на сайт, изучайте всю подробную информацию. Если вам нравится, записывайтесь ко мне на курс. По завершении курса я также лучших студентов добавляю в свою голосовую базу. Это не просто так, потому что эти голосовые базы я использую. Сейчас, например, у меня есть несколько студентов, которые активно работают. Один стал голосом испанского Леруа Мерлен в городе Толедо для русскоязычных жителей. Он объявляет о разных акциях, мероприятиях, которые там происходят. Вот. Также есть один студент, который озвучил целый литературный подкаст. Это уже за деньги, это уже окупается их вложение в свой голос. Помимо этого, есть периодически разные заказы на озвучку, и я, разумеется, ищу их в первую очередь среди своих студентов. Хотите быть с нами? Присоединяйтесь. А, с проходочкой давай подходи. Все, ты обиделась. Все. В чем дело-то? Ни в чем. Ни в чем. Надеюсь, ты не будешь там ходить по стриптиз-клубам. Нет, сейчас пока ты не наезжаешь, ты говоришь, ты просто говоришь, а как обычно это бывает, настроение, типа обиделась. В чем дело? Да ни в чем, все нормально. Ты же не будешь там ходить по стриптиз-клубам? Mm. А? Попробуй. Я должен идти. Хорошая идея, доктор Педик. Хороших выходных. Буду скучать. Мах! А уже вручали за диплом? Нет еще. Вручали не всем? Так, кто у нас?